Сам Рок Казина рассказали, сколько на самом деле зарабатывает топ-менеджмент. Поводом для специального брифинга стала информация, опубликованная на казахстанской фондовой бирже о бонусах правлению фонда. Сумма внушительная – более 345 миллионов тенге. Это сразу вызвало шквал негодования среди пользователей Казнета. Финансовый директор Самрук Казина Нурлан Рахметов пояснил, из чего складывается эта цифра. Как оказалось, 345,5 миллионов тенге – это общая сумма вознаграждения. Ее члены правления фонда получили в 2014 году по итогам работы в 2013. Сюда включена и заработная плата, и годовой бонус, и сумма индивидуального подоходного налога и отчисления. По словам Рахметова, в итоге суммарный годовой бонус руководства за 2013 год составил 185,5 миллионов тенге, или 31 миллион тенге каждому из шести топ-менеджеров Самрук Казина. Он также добавил, что зарплата и бонусная система членам правления были изначально установлены постановлением правительства и не менялись с 2011 года. Если государственная компания хочет работать так же, как и частная, и даже лучше, система мотивации, система вознаграждений, она, как бы, общая сумма вознаграждений, она должна быть сравнима хотя бы с частными компаниями. Наш уровень вознаграждений, он существенно ниже, чем в крупных казахстанских частных компаниях. Понимаете, да? Поэтому, если еще ниже делать, ну точно грамотные люди здесь работать не будут.